Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. За душой добропорядочного, правоверного мусульманина ангел смерти Малакуль Мавт приходит в красивом, приятном виде. Грешнику, фасику, он приходит в страшном виде. Зовут его Израил. На лбу его и затылке бывает по два глаза. Он имеет такие гигантские размеры, что все от арша до земли находится между двумя его коленами, словно тазик. Незнающие люди могут подумать, будто ангел смерти ходит за каждым человеком, поджидая, когда наступит его конец. На самом же деле, после середины месяца Шабан к нему поступают сведения о тех, чью душу нужно забрать и когда. И он, согласно этому, может одновременно забирать душу до 20 и более тысяч человек. Когда наступает назначенное время, ангел смерти появляется перед человеком и забирает его душу. Сотворение такого ангела ничего не стоит Всевышнему. Также существует множество ангелов его помощников, которые по его указанию забирают души тех, у кого истек срок земной жизни. Есть рассказ о том, что рядом с ангелом смерти бывают ангелы милости и ангелы наказания. Хорошим он отправляет ангелов милости, а к плохим – ангелов наказания. Есть и другой рассказ о том, что ангел смерти смотрит на каждого во время молитв, не наступил ли его конец жизни. Если он обнаруживает раба молящимся своевременно, при приближении его смерти представляет к нему ангелов милости, которые отгоняют от него шайтанов и внушают ему слова единобожия «Ля иляха илляллах». В Коране встречаются три разные формулировки о том, как забирают душу из тела человека. В одной сказано «Вас умерщвляет ангел смерти», в другой «Вас умерщвляют наши посланники», и в третьей «Аллах умерщвляет души». Но в них нет противоречий. О том, как забирают души всего живого, кроме людей. Сказано, что душу всего живого, даже блох и вшей, забирает ангел смерти. Есть предание от Ибн Аббаса, согласно которому есть четыре Малакуль Мавта. Один для людей, другой для джиннов, третий для шайтанов и для животных, четвертый для рыб, насекомых и тому подобное. Сказано также, что души ангелов тоже забирает Малакуль Мавт, а души шахидов забирает сам Аллах, не предоставив это ангелу смерти. Я расскажу вам одну историю о визире пророка Сулеймана и про ангела смерти. Пророк Сулейман, мир ему, был большим правителем и обладателем множества чудес. Все мы, наверное, слышали о его истории с царицей Балкис, как он перенес ее трон, как он понимал язык животных, птиц и даже насекомых. Однажды пророк Сулейман, мир ему, созвал большой маджлис, собрание, где участвовали люди, джинны и даже сам ангел смерти, Азраил. Во время этого собрания Азраил начал пристально смотреть в глаза одному из визирей Сулеймана. Визирь после окончания собрания спросил у правителя: «Скажи мне, о правитель, кто это сидел напротив и так пристально смотрел на меня во время маджлиса?» «Это был ангел смерти Азраил», — ответил Сулейман, мир ему. Визирь очень испугался и сказал правителю: «Он, наверное, хочет забрать мою душу. Мне очень страшно. Переведи меня, пожалуйста, посредством своего чудесного знания в Индию, мой господин». Пророк Сулейман выслушал его просьбу и всю минуту перевел его в далекий Индустан. Потом он увидел Азраила и спросил у него: «О верный раб Всевышнего! Почему ты так грозно смотрел на моего визиря и очень испугал его?» Ангел смерти ответил ему: «Нет, Сулейман, я не смотрел на него грозно, а наоборот, смотрел с удивлением. Ведь по приказу Аллаха через полчаса я должен был забрать его душу на территории Индии, а он находится здесь». Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов, иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.